Кстати, ты помнишь вот эту пещеру, в которую мы заплыли глубоко-глубоко и нашли там жилой модуль? Оу, как я ударился жестко, блин, это не круто. Так, ладно, теперь я хочу спуститься туда вместе с мотыльком и посмотреть, что же там есть. Включаем фонари. Итак, предупреждение будет или нет? Внимание, повышена отметка критической глубины 200 метров. Повреждение корпуса неизбежно. Всплывайте как можно скорее. Ну да. Даже в мотыльке я сюда не могу заплыть. Вот, блин. Ладно, давай попробуем вот так вот. На глубине 195 метров. Попробуем поплавать, посмотрим, что у нас здесь есть. И вот этот вот червяк мне очень любопытен. Что же он делает тут? Блин, надо повыше подплыть. Черт! Мы ломаемся, все. Ладно, всплываем, короче. Мне здесь не место на мотыльке. О, трещина пошла на лобовом стекле. У нас протечка, ты посмотри, протечка. Твою ж налево. Фух. Все, короче, я поломал мотылек. Еще бы чуть-чуть и все, и ему крендес был бы. Вот мы всплыли. Сейчас я хочу выплыть, посмотреть, что с мотыльком стало. У-у-у, ты посмотри, как он дымится. Это не круто. Сейчас мы его починим, надеюсь, мне хватит моего ремонтного приспособления. Ты посмотри, у него 2% осталось прочности. Сейчас, мой мотылечек, мы тебя починим. Ты смотри, вон, весь лабаш разбит. Приветищи! Мы снова в Субнатике. Продолжаем наше с тобой развитие и выживание. Спасибо тебе за твои крутые комментарии о том, как здесь выживать, что нужно делать. Про то, что в следующий раз, когда я поплыву на Аврору, взять с собой огнетушитель, смотреть все КПП, где может быть пароль, чтобы открыть там какой-то сейф или что-то такое. А также о том, что ты подтвердил мои догадки про пульсионную пушку. Также был комментарий о том, ну ты чё, мы ж тебе писали про резак, а ты... Возможно, комментик просто затерялся среди других. Вот, так что мы продолжаем с тобой строительство нашего крутого жилого модуля. И строить мы его будем с тобой не вглубь, как делают большинство, а ввысь. Ты, кстати, тоже писал, типа, построй второй этаж, сделай там лесенку. Ну вот мы сейчас этим и займемся. Во-первых, мы сейчас с тобой сделаем люк. Еще один, мне чертовски не хватает здесь второго люка. Например, вот здесь вот, да. Вот так, отлично. Поднимаемся на нашу спасательную капсулу. И займемся строительством второго этажа. Это будет у меня смотровая площадочка. Опа. Единственное, да. Походу нужно будет какой-нибудь тоннель вверх поставить. И потом только обсерваторию на нее. Сейчас придется с капсулы строить. Значит, нам нужен вертикальный соединитель. И соединяем мы. А соединить-то мы не можем. Это как? Это почему? Это же вертикальный соединитель, он должен соединять. Неужели он только под водой соединяет? Вы серьезно? Да нет. Вот это подстава. Значит, есть у меня предположение, что мне сперва нужно сделать вот такую вот фигулину. Давай мы ее сейчас состряпаем. Ставим сюда. Вот. Заварил я, значит, свой люк. Придется новый делать. Разорится еще на один люк. Да что ж такое-то? Ну, надеюсь, зато это было оправдано, и вот эта штука теперь встанет. Ну-ка, давай О, действительно встает, смотри-ка. Давай, делайся. О, да. Второму этажу быть. Ну-ка, насколько он высок. Ну, в принципе, неплохо. Надо бы еще повыше сделать. Если получится, конечно. Получится? Куда оно денется-то? Вот так. Срочно мне покажите мой второй ярус. Где же ты, мой? Не понял. А как мне туда наверх? Эй! Чё за дела вообще? Подожди, как это вообще так получилось? Я же тут строил. Ну, может, лесенки вначале надо поставить? Я не знаю. Чё-то я не понимаю, я не въезжаю. Как это вообще получилось? Башкой, что ли, пробить? Что тут написано? Локет закрыт. А как это открыть? Что за беспредел вообще? Я не понимаю. Видимо, оно откроется, когда я доделаю верхушку. Дело в том, что я хотел сразу бежать и строить обсерваторию, но увидел, что нужно стекло не обычное, а эмалевое. У меня его нету. И это прям катастрофа. Я не знаю, где найти эмаль. Давай сперва мы посмотрим, умею ли я делать вообще такое стекло. В принципе, вот стекло обычное, а вот стекло эмалевое. Зуб сталкера мне нужен. А сталкер это что у нас? Так, значит, животный мир. Левиафаны здесь такого нету, падальщики нет такого. Плотояд... О! Сталкер! Чё это?
Твою ж налево, это вот этот вот, я ее щукой называю. Их тут в округе дофига. Они еще металлолом таскают по всему морю. Смотри, что здесь написано. Вероятно, сталкеров тянет к залежам титана, имеющие склонность точить зубы и создавать на них нагрузку. Ну, нагрузку в смысле на зубы. Получается, мне на сталкеров даже охотиться не надо, они мне сейчас зубы свои сами отдадут. Шикос. Ты посмотри, смотри, смотри, что с ним. Смотри, где он, смотри какого. Ты видел, как он изогнулся? Это забавно, он как-то странно плавает, вот этот тип. Чувак, что с тобой? А, смотри-ка, они за металлолом дерутся. Металл таскает, вверх поднимает. Так, значит, вот этого чувака, которого... Что с тобой происходит? Хопа, схватил металл, и вот тебе зубчик, отлично! Слышишь, слышишь, слышишь? Они вот металлом, короче, играются, точат зубы, и они с них выпадают. Вот еще один зуб. Ну что, давай попробуем из зубок сделать эту эмаль. Эмалевое стекло делаем. Ништяк, красивое такое стеклышко. Ну что, обсерваторшечка моя, сейчас мы тебя забубехаем на второй этаж. Да ладно, она что не сядет? Как так? Вы серьезно? Она не сядет на второй этаж? Так, ладно, я понял. Хорошо. Делаем, значит, на втором этаже вот такой прямой стеклянный отсек. Его можно сделать, шикарно. Делаем. Давай, давай, давай. Стройся. Есть. Что-то он снизу не похож на стеклянный. И теперь нам нужно приспособить вот эту штуку. Получится, нет? Да, прикинь, получается. Только надо. Да блин, застрял. Только надо вот с этой стороны. Вот так вот. Ну-ка, наконец-то! Обсерватория готова. Теперь нужно понять, я смогу туда взобраться или нет. Строительство обсерваторий и других стеклянных модулей является неблагоразумным для выживания, если только они не строятся для специфических исследовательских целей. Иди ты в баню, КПК, я как раз для этих целей строю. На самом деле я пошутил. Да чтоб меня, да как так-то? Чё, вы серьезно, что ли? Нужен этот резак, чтобы вот это вот... Так, я понял. В обсерваторию свою я не заберусь, пока не сделаю резак. Значит, берем глайдер и пошли искать резак. В любом случае, мне нужно его найти. Хотя, нафига нам глайдер, когда у нас есть мотылек? Поплыли! Нужно опуститься как можно поглубже и найти новые останки нашей Авроры. Воу, ребята, тихо, ты посмотри, они мой этот мотылек кусают, жесть. Опасно, очень опасно, ладно. Надеюсь, что у меня получится, там вон какая-то деталюшечка лежит. Я хочу до нее сплавать. Мы сейчас, не понял, что такое, что, кто это, как это. Тихо, быстренько, поплыли, давай. Блин, у меня в глайдере батарейки, оказывается, нет, черт подери. Это что, фрагмент циклопа? Двигатель циклопа, давай быстрее. Что? Как? Весь прикол, что мне теперь еще за мотыльком плыть нужно. 500 метров. Твою ж налево, это блин, это... Ладно, грибочков пособираем. Сегодня все против меня. В жилом модуле не оказалось меди. Без меди батарейку не сделать. Поэтому придется плыть вручную. Вот в такой темнище, кромежный. Так, тихо, только в гейзер не влететь, а то этот гейзер мне пукан разорвет. Блин, знаешь, что я больше всего переживаю? За мотылек! Они же его там сейчас раскурочат. Они же на него и так нападали. Светит мотылек, мой маленький малышок. Только надо остерегаться вот этих вот щук, вот этих вот акул. Знаешь что, похоже, что меня грохнула вот эта вот непонятная штука в прошлый раз. Их тут очень много. Давай еще раз попробуем, конечно же. Но вот мне кажется, что у меня навряд ли это получится. Вон. Вот эти вот штуки, оказывается, меня пронзили. Ах вы падлы, а. Кстати, а где... Я не понял, я что, собрал этот останок? Здесь же лежал. Где он? Куда он делся? Неужели я его собрал? Валим отсюда, валим, шустро. 10% прочности от моего мотылька. Ой. Очень жестко, конечно, досталось мотылечечку моему. Сейчас мы тебя починим. Вот здесь вот. Потерпи, пупсик. Вот так вот тебя. А нет, смотри, чертеж двигателя циклопа. Я его все-таки собрал в прошлый раз. Опачки, ты посмотри, что это такое. Очень интересная деталька. Так, тихо. Я вижу глотку.
Но я надеюсь, что успею. Это капсула времени, нифига себе, откуда она здесь? Какая... Давай сканернем по-быстрому. Все, могу открыть ее теперь. Открываем. Что у нас там есть? И там выпали какие-то фотки, my friend. Постер Авроры выпал. И миниатюрная Аврора там выпала. Прикольно. Так, достаем, значит, постер. Пофиг, в воде. Ага, постер, значит, я себе могу наклеить в жилом модуле. А Аврору? А, Аврору я тоже могу куда-нибудь поставить. Все круто. Доберемся до дому. Поставим. Продолжаем искать останки Авроры. Вот тут я вижу какую-то трубку. Странную очень трубку. Ага. Но это просто трубка. Я понял. Значит, где-то должны быть еще более крупные останки. Правильно? Вон, вижу, смотри, вон там есть. Вот тут трубка торчит. Поплыли-ка вон туда, там побольше деталей. Тьфу ты. Просто обшивка. И ничего более. А, во-во-во, смотри, здесь побольше. А здесь что? А здесь что-то... Тоже очень много обшивки. И ни одной коробочки. Ничего, чтобы мне... Подожди, вон там вижу что-то. Что это? Это коробочка, пожалуйста. Просил коробочку, вот тебе коробочка, сейчас откроем. Что там у нас? Вау, твою мать! На, нафиг, 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 ёхарный! Как я испугался, вах, блинский. Пока она там с мотыльком играет, твою ж налево. Ух, жесть. Аптечка из аптечки. Фу, куда мне плыть надо? Надо на поверхность плывать, слушай, срочно. Мотылек, нет. Капец, какой он здоровый. Вот это да, я чуть... В воде, конечно, не видно, но я точно где-то обоссался. Нигде желтой лужи... Все, мотыльку хана. Он вырубился. Жесть, ты прикинь, в реале такая штука выплывет. Фух, как мне пронесло, что я не был в мотыльке. Еще одна коробочка, еще одна аптечка. Слушай, да кого он сейчас может еще и за мной поплывет, охотиться будет. А я тут кварц собираю. Всякие ящики открываю. Короче, куда-то я заплыл вообще, куда мне не нужно было. В общем, туда мне рановато. А, все, я понял, где, короче, плавает этот Левиафан, про которого ты мне, в принципе, писал, что он охраняет Аврору. Вот, это получается перед Авроры. Да, это же перед вроде, да? Да, это перед Авроры получается. И вот там вот плавает этот огромный Левиафан. О, батарейка, нифига себе, как мне фартануло. Вот это нежданчик. Это значит, что я теперь могу глайдер запустить. Наконец-то. Все пошустрее будет. Знаешь, почему я потерял мотылька? Из-за этого долбанного резака. Мы же направились его искать. Подожди, это что? Неужели это резак? Наконец-то последняя запчасть. Значит, мотылек мы потеряли не зря. Фух. Есть. Лазерный резак, все чертежи собрал. Ну, теперь могу со спокойной душой отправляться домой.